Всем приветики! Вот и настал тот момент, когда у нашей Карины выпускной детского садика. Выросла наша девочка. В сентябре пойдем в первый класс. Ой, вот оно, то платье, которое я купила, которое муж снимал видео. Но вот именно этого платья он не заснял. Поэтому многие гадали, какое платье я купила. В принципе, Оля была права, что бирюзовенькое мне к лицу. Поэтому, да, я купила бирюзовое, но не то. Это более такое висящее, не сильно облегающее. Вот, поэтому, как говорится, то платьишко было очень замечательное, очень красивое, но не для этого праздника, потому что выпускной, сами знаете, понимаете, что надо где-то нагнуться, где-то присесть, детям помочь. Поэтому то платье мне не подошло. Ну что, поехали теперь нажать Карину. Пойду я в первый раз, скоро в школу первый класс. Буквы знаю я уже, а в ЭБЕ не все. И умею я считать, раз, два, три, четыре, пять. Только мама мне сказала, что я знаю очень мало, очень мало. Музыка и смех, все мы аж качаем.
Thank you.
наказать. И наградить вас. И наградить. И наградить вас. Татьяна Ивановна Елена Федоровна. За вас труды. За воспитание. Да еще и золотые. Спасибо вам большое. Спасибо вам большое. Спасибо, что вы приходили всегда к нам, что вы посещали наши праздники, что вы поддерживали нас, что вы участвовали, что делали все, что могли для нас, для наших детей, для сада. И теперь, конечно же, до свидания. А подарки детям? И подарки детям, и родители обязательно, потому что родители, конечно, ну а как же. Я уже так радовалась, мне не дали. А вот так у нас мама завлекает детей фотографироваться. Это больше не остановить.